Сегодня я подумал, а что если забрать каталажки и попробовать артиллерию? А почему нет? Давайте посмотрим, как это будет работать, насколько это будет жестко. Жесть у нас тут стоит уже. Уже готовятся у нас пушки. Пушки готовятся, а пушки заряжены и готовы стрелять. Едет. Едет, едет пушечная вещь. Хорошо. Что за игра, да? Где-то наша стратегия дала сбой, но не можем мы собраться. Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». Сегодня я подумал, а что если забрать каталажки и попробовать артиллерию? А почему нет? Давайте посмотрим, как это будет работать, насколько это будет жестко. Сейчас мы будем доминаторами перенимать у оппонентов каталажки, отправлять их на базу и в один прекрасный момент выкатим их на мид или на бот или на топ. Посмотрим, как сложится игра и что из этого выйдет. Насколько это будет жестко. Если честно, я не знаю, но мы сейчас на это посмотрим, ребятки. Спасибо всем, кто поддерживает. Не забывайте поставить лайк на этот видосик и на прошлые видосики рубрики «А что если?». Также есть на канале гайды, фишки и прочие всякие моментики, которые должны быть вам интересны, ребятки. Заходите, смотрите и кайфуйте. Рад стараться делать такие видосы, ребятки. Ну и что ж, смотрите, в целом, что у нас вообще должно быть? Люкан, наверное. Вот так вот, люкана забираем. Мы решили записать каточку в пабе. И у нас тут есть определенные задумочки, которые я сейчас буду делать. Но прежде чем я это буду сейчас рассказывать, конечно же, вам нужно подписаться на YouTube канал, подписаться на ТГ и, конечно же, не пропускать стримы, которые начинаются примерно в 19 по МСК. Спасибо всем, кто заходит, респект. Ну и что ж, наша задача заключается, повторяюсь, в нескольких моментах. Первое, это, конечно же, у нас имеется в команде Чен. Какой Войд? Ну ладно, Войд пусть Войд будет. Не, играем. Играем. Пусть будет Войд. Хорошо. Вообще, по задумке, у нас должен был быть пик очень такой интересный. Вместо Войда должен был быть Люкан. И смысл в чем? Мы собираем с карты все каталажки, которые у нас есть, а именно вражеские каты, да? Это все бафается под третий спелл Траксы, бафается под второй спелл Риксара, бафается под Бладласт и бафается под Люкантропа. Но парень у нас не додумался взять Люкантропа, почему, я не знаю. Хотя я написал, что нужно Люка набрать, и тогда бы все у нас получилось. Но все равно получится, почему нет? Я рад стараться даже и так. Пусть будет Void, Void. Но там, кстати, понапикали очень жестко. Каталажки будет сметать, по идее, снайпер на расстоянии. Но, не знаю, получится, нет. Короче, посмотрим, как у нас это получится. В случае чего, еще одна катка-то будет. В любом случае, обычно в рубрике «А что если?» видосы пишутся не за одну игру, а за несколько. И это, к сожалению, прискорбно. Но и тем не менее, мы с этим поделать ничего не можем. Давай вот этого пацана затушим. Туши его. Хорош. Что-то я почему-то не ударил, отменил тычку, но ничего. Пойдет. Хорошо. ФБшку мы сделали. Давайте свернусь немножко. Нужно громкости добавить. Хорошо. И погнали. Я, в общем, буду стоять лес. Апну третий левел и уйду в леса. Моя задача здесь максимально быстро выкатить аганим. С аганимом мы возьмем одного голема. И дальше будем спокойно фармить на такую кнопку, как доминатор. Доминатор. Пусть фармит третий левел. Второй левел надо. Фарми. Да я ушел. Фармиует пусть. Пусть терпит. Но он тут терпеть будет. Хускар будет за мной всю эту игру бегать. Это 100%. Подписчик зафоловился, наверное. В общем, мы постарались максимально отсеять всех подписчиков, которые за мной фоловятся. И писать это дело все в пабе. Почему? Потому что подписчики будут пытаться руинить эту стратегию. И получится,
менее интересна вся эта задумка, а я хочу, чтобы было весело и интересно. И сейчас именно мы это и попробуем сделать. Писать в пабе. Именно сейчас зашли в паб, тут может твориться всякая дичь, обезьяны по веткам прыгают, всякие прочие другие моменты могут выскакивать, ливеры, мамотрогатели и прочая всякая тема, нежели чем есть у нас в приватках, как на стриме, так и на записи видосах. Ну, на большинство видосах, сейчас которые новые выходят, эти видосы пишутся у нас в приватных играх, именно через ТГ-канал. Так что такой смысл. Но моя задача фармить, и я сейчас фармлю, постараемся еще выходить на лайн, чтобы можно было здесь вот этих пацанов немного поднапрягать. Хускара, да, надо будет забирать. Хускар пошел уже ко мне, да? Надо будет сейчас быстренько доколотить здесь. Он попытается сейчас забрать моего кентавра. Тут есть регенерация. Пусть дает еще одну тычку. Пусть дает. Вот, вот так вот. Хорошо. И обходим здесь. Я не пойду туда. Ну, это Хускар, подписчик 100%. Вот он будет фигней вот такой вот заниматься. Бегать, что-то просто афкашить там и тому подобное. Заниматься, в общем, какой-то билибердой, лишь бы мешать, да, выполнять вот эту вот стратегию нашу, которая будет. Будет. Она будет. Так, фурбол, хорошо. Берешь фурболга, погнали фарм. Пока будем фармировать, возьмем сапог. Сапог, ну сапог пока мидеру. Хорошо. Вся моя команда будет делать доминаторы, я напоминаю. Это будет интересно. Я давно хотел сделать это видео и очень хочу сделать один интересный монтажик по этому видосу. Надеюсь, получится интересно. Быстренько сейчас заколачиваем. Хорошо. Сапожок себе. Надо бы на низ выскочить вообще. Хорошо, тут заколотил. Сатирчик, неплохо, неплохо. Сатирчик поможет сейчас, и сейчас на низ выйдем. Пойдем. Отлично. Что next там сейчас прокачаем? Вообще желательно сейчас качнуть еще раз. Да вот чё ты заблочил проход? Прикинь, сатир просто берет, блочит проход, потому что он по механике не может пройти там. Именно из-за того, что два героя он не может там пройти, не хочет он там проходить. Лэпчик найс, дядь. Хорошо, мы этого забираем и выходим на лайн. Да не хапай ты сильно так. Отходи, да. Хорошо, двойку берем единицу. Да бей ты давай. Хорошо, погнали. Четвертая минута, беру руну. Что за руна? ДДшка, неплохо. Неплохо. Вот сюда этих ребят. Сам вниз, сейчас выйду. Хорошо. Первого отправим фурболга. Эй, он лайн толкнул, да? Лайн толкнул же есть. Очень сильно. Зачем лайн толкнул? Лайн не надо было толкать, дядя. Вот сейчас пойдем. Сейчас пойдем. ДДшку, правда, я просрал уже. Так, пропусти, пропусти, пропусти. Go. Вот этого чувака. Хорошо. И вот этого туда же можно. Пойдет. Бодренько. Бодренько заколотили. Ну и дальше фармим. Что делать? Фармим дальше. А вот чуть раньше вейв дать. Хорошо. Отвод просит. Я тут отвод вряд ли сделаю, потому что уже крипы. Я сейчас всех крипов тут прогуляю. На отводю. Аркан делать не надо. Домик и кату забирай. Если фарм есть. Почему нет? Начение не так уж и просто на самом деле все это расконтривать, все кнопочки. Но и тем не менее. Тем не менее. Герой специфический. Чен в свое время очень много нашумел на просцене. Когда раньше, как играли просцену, всегда Чен. Чен всегда, ребята. Для чего? Чтобы фастпушить. Отвод, там нечего отводить. Пока что, к сожалению.
Блин, я всегда отключаю базилку по привычке. Всегда по привычке отключаю базилку. Так. Хорошо. Вот сейчас надо было отводить, но я фармью. Лайн уже сейчас подтянется, нечего там отводить. Постараемся фастово аганим сделать. Именно фастово. То есть фастово это значит рашить. Вот сейчас как идем, да? Можно попробовать сейчас выйти чувака на спектре убить. Чувака на спектре заберем, как думаете? Шестой левел у нас уже имеется. Хорошо, запись идет, все хорошо. Я просто такой параноик, потому что бывало забывал включать запись и сидел в холостую тарабанил. Че, го, выйдем. О, выйдем, говорит. Найс, что могу сказать? Что могу сказать? Найс! Ребята ушли. Ладно, фармим. Фармим. Пока фармим. Ульту возьмем, ребятам помогать. Так, поинт-бустер. Парад, 7-й левел. Поинт-бустер надо будет взять. Аппарат наглый такой. Бежит куда-то там. Волосы назад. Можно взять смока и попробовать гангануть что-то. Тот же центральный коридор. Попробуем сейчас. Аппарат стоит. Гоу. Ну, без смоков попробуем. Седьмая минута. По идее, варды уже должны были упасть. Так. Тролля вперед. Ух ты, смотри. Идет. Сейчас мы отсюда нападение сделаем. Хорош. Отлично. Забраконьерили чувака. Прекрасно. Хускар такой сладенький. Можно будет еще раз сейчас, но... Пока все кдэшится, давайте чуть пофармим. Чуть пофармим, пока кдэшится. Кентавра можно слить, взять что-нибудь повеселее. Хорошо. Есть. О, еще кентавр. Ну, вот этого заменим. Джуманаксы. Вот так вот сделаем. Вниз выскочу сейчас. Да, че ты стоишь? Мне нужно, чтобы тролль шел вперед. Тролль не идет вперед. Тролля отдельно. Он стоит постоянно. Пойдет. Под Риксаром нормально. Под Риксаром нормально. Тролль вперед не идет, он как Ренджевикс-то останавливается сзади. Вот это надо его постоянно свапать. Но фарм хорошо идет. Фарм хорошо идет, начальный сейчас, начальная стадия. Хорошо. Есть. Вообще желательно, если ночение играете, желательно подкачивать второй хотя бы на разок, чтобы можно было кого-то там оттпшить, еще что-то дополнительно сделать. Не забывайте эту тему, ребят. Я беру чисто на фарм в случае, если там замедлил, чтоб уже совсем закрысил. У меня уже почти есть аганим. Нужно 4 с копейкой. 4200. У меня тут вообще фулл фарм идет. И монетки, и все на свете. Давайте ультанем. Чуть-чуть уже остается. И сейчас мы этих крипов будем менять. Возьмем одного голема. Будем собирать каталашки уже прям по стратегии. Мне прям интересно. Тракса забафает, там такой дэмэдж будет. Жалко, что у нас войд не в тему, по сути. Но я думаю, справимся без войда. Хорошо, погнали в эншента. Уже можно будет. Ого, там настакано, кстати. Можно будет сходить там подфармить. Так, моя делегация идет, а вот он, собственно, и голем. Отлично, как все складывается, да? Как все отлично складывается. Эй, не того бьете, вот этого надо. Вот этого надо. Хорошо. Давайте отойдем. ДДшечка. Прикинь, сейчас ДДшку беру, захожу на какой-нибудь лайн. А еще лучше, если сейчас тут подстакается что-то, я это буду фармить.
Блин, там манку кто-то себе послал. Жесть. Можно тут подслить крипов своих сейчас. Подслить. Есть уже аганим. Подсливаем немного крипчиков. Хорошо. Хорошо. ВТФ с курой, блин. Можно мне, пожалуйста, кура нужна? Куру хрен выпросишь у пацанов. Вообще, посмотрите, тупо. Лево, вправо, вэу, туда-сюда. На тракса домик делала. Мне нужен курьер, я уже готов. Нужен курьер, и нужно каталашки переманивать по чуть. И доминатор надо уже делать. Так, кура есть, наконец. Кларетку там один кто-то понес. На огре, чувачок. Честь, это такой кринж на самом деле. На огре кларетку нести. Так, аганим имеется. Так, тэшку возьму. Чё там с курами? Две куры у нас, да. Риксар офф. Надо себе куру взять тоже. Я возьму себе курочку. Так, есть. Берем одного голема. Почему голема? Потому что голем даст хп. Голем даст хп нам. Тайминг у меня очень хороший на аганим. Есть, все, я каталашки собираю. Все, я свою задачу, в принципе, выполнил. Остается затарить домик. Можно было бы взять волка, да, вместо каталашки. Эй же есть ты чё, дядя. А, у меня хил есть, ё-моё. А чё я не давал его? Вопрос. Почему я не давал хил? У меня же есть. Есть. Я вроде не блочил, может, не заметил. Считай, джиггернаут какой-то прибежал, что-то забрал. Печально. Ладно, фармим. Пока пофармим. Пока в таверне, время подумать над своими ошибками. Да создайте скелетов, дядь. Спасибо. Хорошо, фармим доминатор. С големом очень быстро выфармим. Так, каты, каты. Каты собираем, ребята. Вот ката подъехала на миду. Вон ката есть. Да ты шо? И я отойду. Подхилюсь, если что. Отлично. Каты собираем. Каты собираем. Так, что, на топе ката есть? Где-то каталашка должна быть. Где-то должна быть каталашка. Нету, этот доминатором забрал, да? Доминатором забрал кату. Внизу, по-моему, каталашку разбили. Насколько я понял. По-моему, разбили. Нету каталашек. Что за кринж? А там кто-то кого-то кикать начинает еще. Ну, блин, вот это паб, да? Это паб. Жалко, на 1к ПТС, кстати, сделали, чтобы можно было не кикать. Надо на 1к ПТС, наверное, идти, чтобы не кикали никто никого. А тут писать не ахти. Не ахти. Так, ну, надо каталашки собирать. Ребят, там, походу, поразбивали их, потому что... Одну кату забрали у меня прям перед носом. Я не могу никак... Все, забрать кату свою. Перед носом одну прям как будто забрали. Давайте пацанов на мид отправим своих. Мне нужно сейчас каталашки собирать. Просто каты. И все. Фармить лес, собирать каты. Этих чуваков по миду. С доминатором офигенно будет фармить лес. Офигенски. Будет отхил хотя бы какой-то. Ребята задушили там всю карту, между прочим.
Блин, это забавно. Я все жду, когда мы вот эту всю тему соберем. Есть у меня домик уже. Отлично. Есть у меня домик. Но нету каталашек. Давайте этих чуваков на базу отправим. Но вот этих надо слить вообще. Голема оставляем. Доминатор у меня имеется. Пока леса ковыряем, тут полосхитим чуть-чуть. Есть, отлично. Так, домик. Мне нужно тройкой работать. Че, ублюдки, нравится игра? Жесть, они там. Даже потек на этом, на аппарате, тип. Ты, блин, смотри, какие мощности. Так, доминатор. Нужно забрать доминатором. Я голема просрал, да? Печально. Ладно, возьмем нового. Пока читал чат, что там пишет аппарат. О, каты выехали. Сейчас некстовая волна, это ката выйдет. Некстовая волна, вот здесь каталашка будет. Мы ее переманиваем, отправляем на базу. Я возьму доминаторную. Берем первую доминаторную, чтобы не забыть. Доминаторную. Хорошо. На миду ката есть не доминаторная. Я вынужден туда сделать телепорт. И забрать ее. Хорошо. Раз. Это первое. Еще две. Еще на топе заберем сейчас. Отлично. Да, там забрал. Забрал. Хорош. Мне голем нужен. Или драмера можно взять, или голема. Давайте пока вот так возьмем, пофармим. Так, смотрите, у нас тут уже вырисовывается какая-то картинка. Вот это доминаторный. Доминаторная ката. И одна ката является у нас каталашкой, которая переманенная именно. Мне еще надо... Две каты и голем. Две каты и голем надо. Хорошо. Жесть у нас тут стоит уже. Уже готовятся у нас пушки. Пушки готовятся, а пушки заряжены и готовы стрелять. Два раскачивайте. Спеллы. Уже надо. Я пока подфармливаю. То есть там у нас каталашки стоят. Готовимся. Готовимся. Ребята там пофидить решили. О, Шойд пришел. Найс купол, бро. Вот так сделаю немножко. Ребятам помочь. Почему нет? Че, я АФК что ли совсем стою? Риксар уйдет даже. Не уйдет. Ну почти. Почти. Почти Риксар ушел. Хорош, ребята, разобрали там. Блин, я вот все жду. Когда же у нас уже появится еще ката? Так, ну, смотрите, что у нас имеется. У нас имеется одна ката такая, переманенная доминатора. И одна ката, которую я забрал с тройки. Две каты еще надо мне. И голем. Две каты и голем. В итоге я не успеваю ничего сделать, да, там каты не выехали, нет. Я, если честно, я не помню тайминги кат. Что-то, по-моему, 4.30 или 3.30, потом 7.30 и так далее. Я честно не помню, врать не буду, ребят, и не тестил. Если кто-то знает тайминг, напишите, пожалуйста, в комментарии. В комментарии тайминг, я хочу это запомнить. Честно, я не помню. Я когда писал видео, как держать лайны и как делать стратегии пуша на антимаге, вот тогда я помню, я эти тайминги помнил, все делал, да? О, каты выехали, хорошо, выехали. Но нужен голем. Нужен голем. Кату, не убей. Не пуш. Это лашка нужна. Сейчас здесь заберу вот этого таракана. А ката лашка заберет все равно, да? Я, походу, не успею. На топе.
Я внизу не успеваю на хату. Хорошо, есть еще одна. И на топе. На топе заберу. Галем. Плюс заберу. Все. Нет, я не успею, да? Я должен успеть. Ух, как засейвил. Блин, это ластовая ката, да? Все, есть. Хорошо. Я готов. Сейчас барабаны бахнем еще. Давайте барабаны. У нас тут готовится, ребята. Просто посмотрите, что это такое. Володя есть? Володька есть? Пацаны. Давай, братан, не лагай. Поехали доигрывать. Сейчас самое интересное начнется. Ребра. Ну вот это куда годится вообще? Куда вот это годится? Боксер, Мишка. А, блин, да как так вот? Никак не получается нормально отписывать видосы, рубрики «А что если?». Постоянно какие-то проблемы. Постоянно какие-то проблемы. Ой, прикинь, не вышел кик. Вышел. Жалко. Ну, сделаем рие, что поделать. Несколько каток сделаем этой стратегии. Я уж надеялся, с первого раза отпишем, но нет. Не отпишем мы с первого раза, ребят. Все по стандартику, что надо потеть. Постоянно потеть. Голем. Все, можно к себе их присылать, всех крипов. Хорошо. Сбор. Пацаны. Сбор, гоу. Поехал сбор. Сейчас каты приедут, големы. Големы, каты. Ребра тысяча. Едет. Едет, едет пушечная вещь. Хорошо. Имеется. Вот такой вот у нас заряд. Заряд вот такой вот у нас. Лох. Напишем лох аппарату и снесем сейчас. Гоу. Готовится. Поехала, поехала. 22 минута, ребята. Ох, сейчас как мы сломаем. Смотрим, какой пуш будет. Смотрите, пошло дело. 6. Ой-ой-ой. Ломай эту контору. Так, вот так делаем. Гоу, заходим. Барабашки. Ой-ой-ой, вы посмотрите просто, как они ломают. Просто посмотрите, как они ломают. Эти каталашки, это просто артиллерия какая-то. Все, сломали. Только вот, вот тут вот пацан не контрит. Рекс не контрит. Эх, как вообще заехали, просто уничтожили. Что это такое? Сюда, гоу. Риксар не контрит только. Вот, ну, печалька, ребята. Не очень жестко контролят. Так, у нас есть Володька у кого-нибудь? Володьки у нас, естественно, ни у кого нет. Я сейчас спрашивал, имеется ли у нас Володька в тиме? У нас ее нет. К сожалению. Так, а мне же маска. Хидреска. Чего-то не докупил курьер у меня. Почему-то. Вот, вот тут купил. Вот тут купил. Ресипи не взял. Все, есть. Не бейте. Посмотрим, как они ломают. Ля, как они уничтожают. Что это такое? Это жесть. Просто смотрите, как они пушат. Можно даже ничего не делать в такой стратегии. Просто смотреть, как ломают каты. И все. Смотрите, как они пушат. Жестко. Так, голема подконтрить. Ну что вы там, можете каты нормально подконтрить? Можете каты нормально подконтрить, ребята. Смотрите, как они ломают. Это что такое? Еще тракса пробафала.
Нифига, как они ломают! Вы просто посмотрите. Что это такое? Что это такое? Еще наши каты подъехали. Еще наши каты подъехали. Еще. Жесть. Ломай нафиг все. Боже, что это? Куда она едет? Вот это что такое? Что делает этот дармоед? Ну, это моя команда так контрит каталашки на видосы. Что это такое? Что это такое? Боже. Это кринж какой-то. Не, ну... Честно, в этой катке максимально без комментариев. Но я хочу еще. Let's go next. Это жестко. Итак, началась у нас некстовая, ребята, игра. И сейчас я немножко хочу поменять стратегию. Первый момент, что мы поменяем, это, конечно же, мы заменим Войда на... не на Риксара, а на Люкантропа. Я немножко не понял, почему... В прошлой катке у нас парень взял Войда, хотя я просил Люкантропа, чтобы можно было второй спелл юзать тоже на каталашке. Я не знаю. Честно, вот этот момент я не понял. Следующий момент, что я хочу сделать. Все-таки я не буду юзать здесь голема. Давайте не будем собирать аганим, а просто начнем стакать каталашки. И после того, как мы настакаем каталашки, мы будем немножко наглеть. Будет у меня, получается, 4-5 каталашек я сделаю лично. Без аганима сразу же сделаю себе... сразу же сделаю себе Володьку. И постараемся с таким именно билдом играть. Посмотрим, насколько это будет жестче, интересней. И реально надеюсь, это будет фаново. Надеюсь, это будет фаново. Поэтому, ребятки, приготовились и поехали. Прикиньте, под Траксой, как это будет жестко. Но не только под Траксой, еще и под Люкантропом. Он тоже двойкой пробафает. Это реально должно быть очень много урона. И посмотрим. Реально посмотрим, насколько это будет круто. Ну что ж, а я напоминаю, что можно подписаться на YouTube канал, поставить лайк, конечно же, подписаться на ТГ канал. Все ссылки, ребятки, в описании. А чтобы подписаться на YouTube, там такая вот, вот такая вот, видите, да? Плюм-плюм-плюм-плюм, раз, и все. И никаких проблем нет. Так что, спасибо всем. Ну и что ж, давайте. Давайте, ребята, наша задача сейчас пофармить в лесочке. В лесочке пофармить. Сделать все как надо. О, вот это плохо. ВД это плохо. Вич-доктор это плохо. Ну ладно. Посмотрим. Let's go. Все зависит от нас, ребята. Катка будет немного напряженнее, чем прошлое. Чем прошлое. Я хочу Игнорал написать, потому что меня бесит моя команда. Они очень много пишут. Погнали. В общем, сейчас просто выфармливаем. Первый артефакт, который я сделаю, это Володька. С Володькой будем дальше выфармливать лес. Просто аккуратненько и собирать каталашки с ранней стадии. После Володьки доминатор и погнали. И погнали. Будем, конечно же, извращаться. Но пик у них крутой, у оппонентов. Они могут жесть как камбэкнуть эту игру. Тут чистый дамаг. Он каталашки будет пилить. Очень страшно. Очень страшно. Кстати, еще будет кидать спиритов на каталашке. Это тоже немаловажно. Возможно, тут даже не очень сильно эта затея зайдет. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, одного Риксара отправим по одному лайну с этими каталашками. Там. Ну, то есть тут вариация, на самом деле, лютая. Лютая вариация. И постараемся, как говорится, не ударить грязь лицом. И показать интересную игру. Самое главное, это фаново и интересно, я не знаю. Это самое главное. Самое главное, чтобы было фаново и интересно. А дальше уже все остальное приложится. Спасибо, ребят, всем, кто поддерживает, кто ставит лайк, кто подписывается. Реально, вы лучшие и стараемся делать вот такой фановый видос, фановый контент специально для вас. Поэтому не забывайте, ребятки. Спасибо всем. Хорошо. Ланайка работает. Это там песочный мэн. Да не надо, уходи, ты че. Тун. СК зря, мне кажется, стан не взял. Мне кажется, очень даже зря. Давайте отсюда тычканем разочек. На холд выставляем и стреляем. Чпау. Хорошо. Сработало. Сработало. Так, берем крипа лесного первого. Какой нам крип выпадет, интересно. Если это будет фурболк, это будет очень хорошо. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Кучу ванакил нам выпал.
Ланайка в миду с Сентрём, нифига там, профессионал на миду. Стакаем вот этих скелетонов. Скелетоны, реклама, помните, йогурт? Вот этих скелетонов стакаем. Берем Ешку. Но не Цешку. Лук на рож. И погнала. Фармьюем. Фармьюем. Наша задача как можно быстрее выфармить. Быстрее апнуться. Сделать лук на рож прям качественно. Качественный лук на рож сделать. Блин, как же эти скелеты хреначат, это жесть. Если их не сливать, очень жесткий дамаг они вносят. Нереально крутые. Они реально нереально крутые скелеты эти. Так, вот так берем все и фармим дальше. Что там у нас нанизу? СК и Слардар. Ну, тяжеловато Слардара зажучить будет. Реально тяжеловато. Так, ну, это сапог. Хорошо, берем сапог. Сапог, это хорошо. Берем сапог. С базилкой, жесть, армора очень много. Очень много армора. Сейчас скелетиков еще поднимем. Отлично, и фармим дальше. Что там за руна выпадет? Экспу собираем. Руна ДДшка, неплохо, кстати. Можно вниз выйти, да? А го лучше мид попробуем выйти. Мид попробуем. Там огр идет. Не, уже не выйдем мид. Лучше фармить тогда. Огр рано вышел. Рано вышел. Так, там задушили у нас Глюкана. Глюкана. Глюконтроп. На четвертом давайте попробуем. Глюконтроп. Вот так вот сделаем. Это плохо. Жесть. Хорошо. И ластычка. Отлично. Подработали. Пойдет. Подработали. Немного раз синхрон поймал, когда не туда закинул единицу. А СК там песочный мэн, кстати. Это плохо. Так, ну тут сделали. Ладно. Хотя бы чуть-чуть помог. Хотя бы чуть-чуть помог. Можно бы сейчас... Во, одна ката есть уже, да? Заберем сейчас. Кату. На базе сапожок соберем. И хидрецку. И что там делаешь, дядь? Ну, душим его. Хорошо. Так сильно не рискую. Но Феникс активный будет там, я так понимаю. Чересчур. Там я уже не помогу, я там следующий могу умереть. Так, ката есть одна. Одну кату мы сделали. Хорошо. Придется с катой фармить. О, есть мясо. Такая вещь есть. Пойдем кату на миду заберем, ребят. И на базу ее отправим. На базу отправим. Хорошо. Ребята камбэкнули что-то там. Найс. Пойдет. Так, у меня две каты есть. Мы их отправим... На базу две каталашки ранние. И остальное, что мы будем делать, это... Сейчас возьмем кого-нибудь, чтобы фармить дальше. Потому что мне варик бегать без фарма. Каталашки на базу. Сейчас вот это дофармливаем. Я первое, что я куплю, это Володьку. Каталашки тут помогут сейчас забрать вот этого тирана. Хорошо. Отлично. Это на базу, а это для фарма. Все нормально. Калашки на базу. Так, только я апнул левел. У нас курьеров на базе, жесть, пацаны понапокупали. Но я пока не имею возможности брать столько. Мне нужно активно тут в этой катке играть, стараться, потому что ребята у нас проигрывают лайны. Очень активно там Феникс отрабатывает. Но я каты уже две пригнал. Ну, возможно, это будет и плохо, что я их пригнал. Потому что
Надо помогать ребятам. А чем я буду помогать? Люкантропа тоже там гоняют, причем по КД. Да, надо, наверное, тут пытаться сейчас лес собирать, даже пофиг на каты, и стараться играть. Володька есть. Сейчас на низ, наверное, буду выходить. Парень отхиливается. Да жесть, он отхиливается даже по чуть стычек. Живет нормально. Хорошо. Так, этого мы забрали. Все, есть у меня в 4. Кнопка, давайте кентавра возьмем. Вот этого побольше. Игнорал уберем. Давайте барабаны. Барабаны возьмем. О, фурбалк, найс. Почему бы и нет? И сентрячок. Хорошо. Этих пацанов забиндим. Каталашки пока не берем. Две каты пусть на базе стоят. Вон третья уже есть, да? Можно забрать. Вон Айка там бодренько мид стоит вроде. Бодренько. У Риксара нету маны, к сожалению. Надо ждать, пока он ману восполнит. Давайте вот так сделаем. Но это печально. Тут так не подловишь. ВД пришел. Эй, же есть. Весь дэмэдж заблочил просто. Крипов стан на миллион лет. А пацаны молодцы, отыгрывают там. Заберу кату. А не, бро, надо тут забить уже. Забить, фармить просто. Как там оппоненты, да, отыгрывают? ВД, если честно, вот этими склянками будет очень сильно тормозить. Очень сильно тормозить. Так, я возьму вот эту. Возьму вот эту вещь. Феникс такой. Ну, если что, ультанет. Я помогу. Хорош. Минус ульт, это хорошо. И забрать можно, ребят. Эх, я умер. Но буду до конца драться. Печалька. Если, ребята, чуть-чуть, парни, соберитесь. Соберитесь, что-то фидят, пацаны. Фидят, и я туда же. Так, брейсер. Каты есть, три штучки. Я кат насобирал, но тут игра такое. Все лайны слиты у нас, да? Это печально. Все лайны подслиты. Люкантропу тяжело. Огр без стана. Это что такое, почему огр без стана? Третий макшут, для чего вначале? Ладно. Так, берем, погнали. Центрики бы. В миду экспу немного заберем. Хорошо. Оппоненты нормально, бодренько плавят там. Оппозиция хорошая. Я не на миду. Как бы о чем речь. Так, что нам нужно сделать сейчас? Я бы такой бы сделал бы... Даже не знаю. Надо что-то такое, чем мы сейчас должны выигрывать игру. Мы должны перевернуть немного ситуацию. Там очень крепкие герои. О, здорово. Здорово. Я жирный. А, так меня вот так даже, да, обходят. Жесть их тут. Бей вот этого. Бро, добить надо. Только КД. Ребята,
ТП. Жесть. Все идет не по плану. Все идет максимально не по плану. Максимально не по плану. Активно пацаны играют. Носогар должен активничать. И получается у него походу. Так, что у меня там? Вардинг, да? Хорошо. Заберем. Вот так вот сделаем. О, это уже лишний крип. Лишний крип. Блин, что за кринж? Че это такое? Только игра, да, интересная. Он в игре вроде. Вроде в игре. Что это такое? Что за везение, да? В прошлой катке кто-то ливнул. В этой катке игра сейчас интересная, да, начинается в этой катке. Не знаю, вроде в игре написано. Очень странная хрень на самом деле. Ну, я вот так вот видосы сейчас пишу все. Я не знаю, в чем проблема. Почему вот так получается? Почему так получается? Почему так получается? О, реконнектит, найс. Погнали, погнали. Так, это лишняя ката была. Кентавр, брат. Кентавр, брат. Соберись. Кентавр, соберись, надо завардиться. У меня нет кнопки. Можно, в принципе, выкатить каты на один лайн сейчас, да? И попробовать подпушить. Да что ж такое-то? Что ж он так лагает-то, а? Блин, меня это напрягает. Вас это напрягает? Меня это очень сильно напрягает. Давай, давай, отлагивай. Ну что это? Что это такое? Пойду вардану пока. Давайте, парни, хоть по чуть будем. Хоть по чуть, надо двигаться как-то. Вы чё? О, здорово. Феникс, конечно, очень нагло играет. Ну, нет такого героя, которым бы я тут что-то противопоставил этим героям. Отстань от меня, да? Да, я пойду хосты заберу. Боже. Туда, гоп, топ. Хотя бы так. Топ хотя бы заберем что-то. Нет, нет центрей, да? Это печально. Если тут без крипов сейчас что делать будем? Есть хотя бы так. Забафанный. Каты приехали. Траксана жмет кнопку. Надо сентри принести. Санкинг будет сейчас просто песочить и все. Пойдем. Для скрипов просто слил и все. Как сложно. Туши его нафиг. Хорошо. Ломай. Камбэк пошел. Есть. На Б. Хорошо, вот так делай, да? Отлично. 6. Ну, камбэкнем, я думаю, на этой стратегии, если что, по низу. Вниз их.
От СК надо какой-то вижен. Нету кнопок. Вниз их отправим. Жесткая игра. Ребята все лайны подслили, я тоже начал фидить. Хотя в лесу нормально, внизу что-то разменивал. Но тут два момента. Либо сам не помогаешь команде, да? И команда сливается. Гоу. О, салом не попадает Траксайт. А как так вообще, дядь? Это как так? Да ты шо? Бегаешь тут 2-2-8. Переспросим. Мне еще одну кату можно взять. Четвертую. Давай-давай, ребят, работаем. Хорошо. А мы запушим сейчас, Т2 можно даже сломать. Гоу. Ух, как они ломают, ё-моё. Т2. Люкан побежал. Куда ты побежал, дядя? Т2 сейчас сломаем, я думаю. Это печально. Бей его, бей, бей, бей. Я его заблочил. Блоканул его. Да тушите нафиг, не парьтесь. Тушите. Бей. Просто. Я там Траксу заблочил этими катами. Че Люкан крипов лупит? Блин, они багаются, каты не бьют. Не бьют. Ладно, отбой. Ты мид в салат слил, чел. Салат слил. Так, ну ладно, не будем огорчать тиммейтов. Задачи выполняем. Хорошо. Даста надо взять, наверное. Хорошо. Я не пришел. Ну, на Феникса пофиг, бро. На Феникса пофиг. Так, нужен доминатор, ребят. Не успеваем. Не успеваем. Дастики. Хорошо. Так, есть барабашки. Гоу на базу. У Траксы все плохо. СК, урна. Там ВД очень грязно делает тем, что сентри там. Лана и сентри, дядь. Каты на базу загнали. Смока бафаем. Спалил. Чё происходит вообще? Жесть. Чё за катка, да? Поплыли пацаны, только немного большая такая, ну, простенькая позиция. Ребята поплыли. Да, и вот этому пацану стану, да? Бей, пена. Чё все лагают, да ё-моё. Не лагайте, чуваки. Ладно, у меня лагает. А, жесть. Туши его нафиг. Я отойду, каты работают, смотрите. Да туши его нафиг, вич-доктора этого. Не стреляют. Жесть. Отведите. Отводи контроль, алло. Даниярчик. Данияр! Очнись! Контроль! Жесть, чё они не контролят? Вы чё, блин? Вот эта команда. Вот поэтому мне нужен нормальный состав на видосы. Чтобы не было такого, что чё? В чём сложность подконтролить одну каталашку, ё-моё. Тебе уж больше контроля нету-то, ё-моё. Больше контроля-то нет. О, трансмутит, прикинь. Медасит. Так, что там по катам? Ага, на топе есть. Забираем. Так, возьмем вот это. Имеется. Нам нужно, наверное, немножко пофармить. Крепиться. Потому что отпора у нас никакого нету. Вообще ничего не можем сделать.
Хорошо. А вот и отпор небольшой, да? Хорошо, гоу. Чуть-чуть поможем ребятам. Ну, вряд ли я тут что-либо сделаю. Кату убери. Хорошо. Так, у меня три каты, да? Три каты. Мне нужно четвертую взять. Четвертую взять. А то пиката наша. И дофармить. Блин, какой-то доминатор надо. У нас не хватает кат. Мы в драке, на самом деле, именно на каталажках можем выезжать. Реально, причем это будет, знаете как? Они, оппоненты, думают, а что они там, эти каталажки, на это бьют дэмэджа, вообще ж нет от них. А на самом деле они хреначат неплохо. Неплохо под бафами так на РДД. Но они единственно багаются. По механике игры они выставляют сами себе приоритетность. Не такую, которую выставляем мы. То есть я кликаю, чтобы эта ката, да, ну... стреляла. А она стреляет не туда. О, смотри, ВД пришел. Это что такое? Это что такое? Да бей ты, ё-моё. Плюс. Угомонили. Угомонили, чувачка. Эксар там, да ля, ты что, вот сейчас бы туда каты отправить, да? Толпой бы. Туда бы толпой отправить. Я не успею сбить. Вардар бежит. Да блин, вот как вот туда расширудить эту систему? Расширудить бы тут все правильно. Ну хреначат они здоровски. Ладно. Так, наша задача это сейчас где-то в одном лайне их собрать, эти каты. Там за мной кто-то бегал. Видели, кто-то еще шел? Ну вниз ТП дадим. Не хочу рисковать. Да, Слардар бегает, ё-моё. Ката. Найс, ты забрал. Я в мид тогда. Так, есть, погнали сюда. У меня здесь всего три, это будет четвертая. Есть, блин, эта катка прям такая. Такая. Почти у меня домик. Эта катка такая. Если они прогуляют, драку мы, да, сделаем где-то, каты можно по одному лайну по-другому сделать. Вон там, смотри, бегают. Вообще же есть. Парни, го по одному лайну каты и сами в топ. Попробуем. А тут вот это зря. Ладно, гоу туда. Пусть там руинится. Пусть там руинится. Жесть тут каталашек. Ля, но они, правда, это сейчас все забрать могут. Забрать могут, правда. Но я свои каты заберу за собой. ВД главное не подпускать, потому что ВД это Криса еще та. Смотрите, как ломается. Ну, эта комбинация работает. В любом случае. Хорошо. Уходим. Хорошо. Ля, идут, идут, идут. Я каты на себя притяну. Хорошо. Есть чуваки наглые, конечно. Очень наглые играют. О! Вот сюда вот так вот сделать надо еще. Хорошо. Жесть, мы тут насобирали уже. Ой-ой-ой, мои 5 готовы. Мои... мои 5 готовы. Хорошо. Г по низу.
Блин, надо как-то грамотно это сделать так. Так грамотно, вообще максимально грамотно. Парни, нам нужен план. Нам нужен план, ребята. А что, если нам нужен план? План, парни. О, низу. Или топу. Каты. Каты, топ. Сами го низ. Каталашки сделают все дело. Каты, низ лучше. Можно и низ. Вообще разницы нету. Каты уже на топе. Хорошо. Т3 снести. Ух ты, смотри какой. Ой, с дезолятором. Какой он крепенький на ланайке там. Дезолятор уже нафидели ему там. Жесть. Пацаны, да соберитесь. Слардар с ДД. Люканчики. Гоу-гоу-гоу. Три тракса. Сейчас мы тут подломаем. Жесть, как они хреначат. 40 дэмэджа. А сейчас тэшку быстро заломают, смотрите. Ну, под контри. Жесть. На базу отправляем. Очень жестко ломают. Хорошо. Так, доминаторная едет вот так. И вот так. Хорошо, найс, сработало. Так, дастики имеем. Блин, ну еще такой заход. Мы можем просто, если даже они как-то оппоненты прогуляют, они так могут проиграть. Прям на изи. У меня левел не растет. Ни одну драку я не выживаю. Ну, я в принципе-то и не дерусь. Можно как-то так сказать. Обставить этот момент так, что я в принципе-то и не дерусь. Так, пойдем поможем вот этому пацану. Ой, что-то не то делаю. Жесть. Так, каты все заехали. Каты все заехали. ВД задушат, интересно. Хорошо. Пена можно забрать, попробовать. Да должны забирать. Да, зачем ультует? Каты в топ. Сами низ. Попробуем. Так, есть. Блин, я орну, если мы это еще и выиграем. Это, конечно, ор. Каты работают. Жалко, каты еще с плэшем не хреначат. Блин, ну на самом деле, мы с каталашками сейчас бы быстрее сломали всю эту тему. Здесь. Чуть попушим. Сларда там прыгает. Сало будет, нет? Его на базу. Ката тут катается. Деда шот. Каталашку. Блин, нам надо... Я вот, если честно, сейчас вот такая проблема у нас. Я не знаю, как тут правильно сейчас будет обставить. В один лайн можно эти каты отправить. Можно. Но, блин, под нашими бафами это просто нереальная пушка. Но мы вот сейчас, да, вот не готовы были, чтобы в одном лайне. Я хз. Немножко не получается у нас то, что мы хотим. Надо Риксар, чтобы, возможно, шел с катами, потому что с катами он пробафает. Тракса дистанционно бафает. Рошана, да. Рошану забрали. Как-то дистанционно. Глиммер там на этом.
Надо вот это убирать. В леса куда-то загонять, я хз. Чтобы это видно не было. А огра тут быстро разберут. Выезжают, чекайте. И там тоже сдох, да? Капец, сколько там? Дэмэдж все упал. Погнали. Лук на рожь, говорит. Мы очень быстро тут с катами на самом деле сломаем, но нам сейчас тоже сломают. Скорее всего. Должны резко сломать его. Но они хг не пошли, кстати, да? Давай кнопку, бро, ему. Это печально. О, и меня туда же. Печально, конечно. Ну, каты, скорее всего, сейчас все погибнут. Да, ГГшка. ВД очень жестко их контрит. И это печально. Где-то наша стратегия дала сбой. Но не можем мы собраться. Ребята насосали очень сильно начало. Очень активно. Так, как бы нам сейчас правильно сделать драку тогда? Так, этому ГГ 100%. Тракса перебьет, по идее. Бей-бей-бей-бей-бей. Это вот туда же. Хорош. Лардар. Ну, сало-сало, дай! Ты чё, сало ж было? Было сало, не жмешь, чтобы оттолкнуть. Не хватает скилла. Да уж. Тревела берешь. Сейчас нужно аккуратно собраться. Все получится. Сейчас этот со свиньей отлетит. Нету глифов, да? Отстань от меня, да? Играем до конца, чуваки. Хорошо. Этого вот так. Ланайку забрали, найсом. Какой феникс. Слардар еще прыгнет, правда. Слардар бегает. Так, я пошел каты собирать. Внизу еще есть. Каты собирать можно. Это сюда. Так, там тоже каты забрали. Веди, веди, веди. А, прикинь, чуть не хватает, да? ВДшки иллюзии. Есть. Так, нужно сделать какой-то активчик. Что там, настоящий ВД? Туши его нафиг. Хорошо. Ты чё на рофле кастуй стоишь? Кастует он стоит. Есть. Минус 5. Идет.
Есть. Так, что у нас по каталашкам? Одна, да? Одна ката. Одна ката всего. Лотар Сейдж, Сен 3. Ланая МКБ там уже сделала. Нифига там дамаги у нее. Дамаги очень много. Почему Лотар? Лотар неуязвимость. Поэтому и сделал. Мид нам таки сломали, да? Это плохо. Всего две каты у нас есть. Не доминаторная и доминаторная. Но мне надо все переманивать сейчас. Хорошую драку сделали, но все равно проиграли. Некоторые моменты. Хорошо. Пен тут еще. Хорошо. Отлично. Мид. Мид, парни, не моросите. Две каты всего у нас на пуш, но третья вот она. Сейчас еще приедет. Я заберу. Ага, окей. ВДшку, ВДшку. Ой, можем забрать тоже. Надо, 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 ребята, надо, вы че? Вообще без Б. Есть. Жестко. Успел. Сейчас приду. Забираю эту кату. И сумонюсь на мид. Эту кату забираю и сумон на мид. Хорошо. Фулл бафы. Поехала. Каты в строю. Туши. Некому бить, да? Это печально. Но я тут умер тоже. Я тут тоже умер. Но у меня есть еще каты. Которые бесконтрольные. То есть... На базу каты. Куда у меня ката поехала? Ты чё, конченая? Куда она поехала? Хорошо. Да, о, смотрите, куда едет. Ладно. Это минус 100%. Я вот сейчас сюда нажал, она едет все равно по центру. Эй, ты крыса. Ты крыса. Так, одна ката осталась. Ну, пушит здоровски, но тяжело. Не вывозится. Не вывозится. Так. Вот так и вот так. Все, через shift. Тебя арест дадим им. Чапалаху. Отойди. Жди всех. Так, ката есть. Одна живая. Еще переманим. У нас есть две каты. Глифа у нас нету, жалко. Деф. Хорошо. Каты забираем. Кату. Я заберу. Хорошо, забрала Тракса. Блин, чё за пот? Ну от меня тут по сути ничего не зависит. От меня сейчас зависит это конкретно такой вот дастики, вот такую вот тему. Такую тему. Вот от меня вот это зависит. Туши его нафиг. Хорошо. Это от меня зависит. Рош есть. Не могу с остана выйти. Хильну чуть-чуть, но не поможет. Сюда. Мид. Во, каты чуть есть. Каты немножко есть у нас. Куру не подконтрили там, ребят. Но за всем уследить тяжело, команда не справляется с контролем. Немножко тяжеловато, ребятам. Я думаю, вместе. Гоу.
О, 30 сек. Хорошо. Так, это не моя ката, не забрали. На топе ката выпадет еще. У меня всего одна ката. Отцепи ее от меня. Отцепи. Зачем ты ее за мной направляешь? Хорошо. Кстати, годно, что мне контроль дал. Да, иди туда. Хорошо. Куда ты идешь? Вот почему она багается, типа. Багается. Но я не могу вот эту, кстати, законтрить. Она не в моем подчинении. От Хагейго. Карты все сюда. Сильверу селедки. Собираем информацию пока что. О, здорово. Я, если честно, здесь карту ждал, знал, что он идет, но не думал, что настолько быстро он придет. Ладно, ничего страшного. Моя ошибка. 70 секунд, да ну нифига себе. 70 секунд. КПшки. Жесть, сейчас все золото тупо на себя проигрываешь. Печалька. Блин, так не хочется байбекаться. Это же есть просто. Мы подцепили огра. Если огр выживет, будет очень хорошо. А на смысл, что я сейчас байбекнусь, да? Смысла не вижу. Смотри, что делает. Собьют, хорош. Байбек четенький. ВД только ТП делает. Эх. Слардар резнулся еще. Печалька. Каталашки так тяжело контролятся, они просто бесконтрольные. Го туда сделаем, хотя бы у меня две есть их. Блин, у меня нет детекшена. Детекшена нету. Жестко. Я не заберу. Да, печально. Это печально. Так. Ситуация тяжеленькая. Тяжеленькая. Надо потеть. Чё там, нету кат, да? Контрите и не нойте. Да купи, да, уже хватает золота. Не санжа. Нету детекшена. Да конченые куры эти, офните куру. Курьеров офните, блин. Так, это есть. Как же долго все кдешится. Так, ну еще ката есть на топе, да? Это минус смелый. Хорошо. Это минус смелый. С катом, с инвизом, с радиком. Бей. Хорош. Давайте вот этих тараканов. ВД может, конечно, сейчас нагрязить. Нету лотар. О, хорош.
Хорош. Мид. Убегаем на фул парах. Да, с МКБшки. Че там, пацаны? Там лиса, что ли, или доварлинги, что там делаете? Тушить надо. Парни, ВТФ. Надо мид, дали такой хороший отпор. Так, у меня там сильверуха. Не могу, биндов не хватает. Куры подключали, это хорошо. Куру себе надо взять. Жесть, вот это, конечно, проблемная катка, да? Не успеем мы топ сломать. Даст есть, барабаны купили. Ну, попробуем. Попробуем. Хотя бы с одной. Тут никак не получится. Доминаторная ката здесь. Жесть. Бред. Так, они на каты не обращают внимания. Они уже забыли про каталашки, что они несут какую-то опасность, да? Вообще забыли. Так, сделаем. Хорошо. Он ее, она соло. Что Люкан делает? Вот туда, го. Низ, низ, низ. Она одна ходит, ее можно поймать в тот момент, как пока она одна. Вот и все. Он там, пацан, очень много пишет, но очень мало делает. Хорошо. Души его. Ух, сейчас это может плохо кончиться. Ай-яй-яй. Феникса можно кнопку сбить. Хотя нет, не собьем, да? Он лучше ТП на базу сделает, да? Ката вот так приедет. Блин, блочит меня это. Слардар ломает, тут ломают. Жесть. Я тут не дефну. Души его, дядь. Хорошо. Вот так делаю. Смотри, смотри, смотри. Яйцо собьем. Хорош. One way. Ката есть еще. Чё за игра, да? Чё за игра? Все по миду это все направляем. Мид. Ронга. Го, вот так вот возьмем. С ребятами выехали. Ох, сейчас мы чисто one way должны. Пайбайки нажали. Вижена нет. Кто там на миду? Слардар. Слардара, кстати, зацепим, по идее, лут легче будет. Так, каты, тормоза. О! Я вижу, но нет. Вижена только нету. 100 секунд. СК проблема, конечно. Так, а ты по миду, да? Хорошо. Нету вижена, пацаны. Вот этого побьем, давай. Я доминатор взял и этот. Так, ну у меня есть кнопка. Хорошо. У меня доминатор и дезоль, короче. Я только сейчас обратил внимание, что у меня...
Хорошо. Хорошо, этого туда же. Гоу. Доминатор продадим. Гоу-гипер. Еще каты есть. Хорошо, кату. Кату, кату, кату. Хорошо. Трон, трон. Трон, пацаны. Просто молча берешь и тащишь. Каты ломают. Хорошо. Так, я могу со сплэша тут умереть. У меня нету кнопок. Чуваки, вот эту курочку можно забрать даже. Мы должны тут выигрывать. Должны заканчивать. Я бегаю чисто в инвизе. Чисто на лоу хп. Хорошо. ГГ. Просто молча берешь и делаешь. Изи надо написать еще. Пока моя команда всю эту игру что-то писала, что-то там огрызалась, пока оппоненты выпендривались, Хиназис показал как надо. Ребятки, что ж, вот такое вот у нас получилось видео. Обязательно поставьте лайк, если оно вам понравилось. Напишите, как вам эта стратегия? Каталашки рулят или нет? Ну и, конечно же, оставьте свой добрый комментарий. Ребятки, на этом все. С вами был Ксеназис и до скорого.